все, пацаны, собрались. Мы должны затащить. Так. Женщина. Мне Дима говорил, что стоит играть за тетку, что у нее крутая задница. Но я занят вообще, когда я играю в эту штуку. Когда ты вдруг понял, что ты поставил ловушку не там. Не время для крутых задниц. Хотя... тут еще кто-то есть. Да, они читеры, они с двух сторон нападают, смотрите. На женщину. Отвратительные зеленые создания. Никаких представлений об этичности. Ой, я куда-то упал. Серега, без 17, но я про. Вот давайте за зеленого врубим, мне кажется, он сильный. Пацан! Он отстань! А, не трогай женщину! Это же королева орков, да блин, что это такое косой? Рубейте их! Фу, вот это вот на соплях! Это называется на соплях. Так, что надо что-то сделать? Три. Все, Г. Нажимаем на кнопочку Г. Ну, по лицу! По лицу! Сдохните, сволочи, а где вы еще? О, побежали, побежали. Ща! Женщина с красивой жопой вам подай... Понада... О, зеленая херня! Она влюбляется? Зеленая херня... О, меня влюбит зеленая херня, ничего себе. Вот все такие женщины влюбляют в себя какую-нибудь зеленую херню и побеждают. Ой, маленькие зеленые херни. Блин, да тут их много. Так, так, слышь. Она, смотри, как она эротично стонет, кстати, между делом. Сдохни, сдохни, ты влюбленная. Блин, убил влюбленного. Зеленая херня. Ты меня любишь? Зеленая. А вот маленькие зеленые херни меня не любят. Я в этой игре люблю больше фигачить, на самом деле, чем ловушки ставить. Фигачить рукой это самое норм. Так, что у нас есть? Шипы. Шипа. Приступаем. Последняя группа. Согласен. Так, что, отсюда кто-нибудь бежит? Пока нет. Так, надо туда этих херовин оставить. На, без ноги орк. О, зеленая херня. Элементаль земли. А почему земля зеленая? Какая-то кислотная земля. О, нихера себе, он по лицу дает. Так, элементаль. Да, блин, вы плодитесь и размножаетесь прямо как по заветам в каком-то анекдоте. Стоять! Так, зеленая. Сражайся. На благо короны. Царя и отечества. Так, зеленая херня, ну ты пора уже дупануться. Пора спеть с дуэтом с духом. Тарадарадум, тарадарадум. Игра в бесконечном режиме — отличный способ усовершенствовать своего героя и заработать несколько черепов. Вам нужен череп? Бесконечный уровень. Давайте сыграем в бесконечном режиме. Я не знаю, что это такое, но мне кажется, меня развели, пацаны. Ну, мне пофиг. Так, так, так. Ну давай, грузись уже. А, я уже загрузился давно. Ух ты, сколько ловушек! Ага, офигенно, это тролли какие-то. Смотри, бери, что хочешь, ни в чем себе не отказывай. Но при этом мы тебе ни черта не дадим. Так, вот что это такое? Здоровье игрока медленно останавливается. Активный режим — игрок исцеляет себя и союзников. Да пошли вы к черту. Ну блин, пассивно себя. Пассивно. Я активный парень. Так, а что это бесконечный режим? Лол, опять тот же уровень, что ли? Ну норм. Что я могу сказать? Я выбрал интересный. Так, 4. Не, я не хочу. Не хочу то же самое. Какой бесконечный.
Сюжет. Мне нужен сюжет. Драма. Не стоит превращать маленькое существо в большое с помощью кольца полиморфа, если вам нечем зачаровать врага. Глубокомысленная фраза, я вот сразу прочитал ее и понял, что я лучше стал разбираться в этой жизни. Старые немощные маги Ордена не хотели действовать так, как подобает правителям. Орки помогли мне избавить мир от грязи и скверны. А, власти захотелось. Понял. Так, смотрите, вот отсюда могут выходить чуваки, но пока не хотят. Блин, тут слишком сложно. Пацаны, я не справлюсь. Нет. Телега, телега, отстань. Так, и отсюда будут выходить. Сколько у вас гадов. И все они стекаются. Ой, я понял. Я, короче, сюда шипов понафигачу. Еще вот такую. Сожарь их. Так, ну и давайте у первой штуки поставим одну такую. На всякий. Начнем. Вы отсюда, надеюсь, вылупляться будете? Да. Реально, компания на райде второй части Earth's Must Die показывает, как женщины могут манипулировать мужчинами. Нажмешь правой кнопкой, и мужик уже дерется на ее стороне. Ну, давай, сражайся. Я уже задолбался, сдохните уже. Ща из этой штуки полезут. Я их знаю, этих гадов. Мне это понравилось. Да не, а мне вот этот не... Блин. Они вы... не бегают в покое, верно? Ну ладно. Так, подождите. Зачем я одного сначала пораню, а потом его захватываю? Маленькая фигня! Мочу! Не, вот эти ловушки какие-то юзлисы. Не хочу показаться... Ой, не хочу показаться косым, но я прокосил. По лицу! Так, с той дырки пока не бегут, это хорошо. Как говорит Стас Давыдов, это хорошо. Так, чё? Ты ж так быстро прожи за рулем. Так, это продаем чертям собачьим. Как говорила моя девушка. О, ничего себе, их телега. Так, маленькая фигня, отстань. Откуда они бегут? Только отсюда. Слабаки. Одноглазая хрень. О, оба раза промахнулся, по-моему. Ой, я пенту сделал, пацаны. Orcs Must Die — это та игра, где можно сделать не только пенту, но и сементу. И восьминту даже. Давай, Арчидзе, сражайся за нас. Шипами проткни всех. Так, с другой стороны бегут. А, вы чё все на меня-то? Я же симпатичная женщина. О, череп. Халявный череп. Халявный череп, сказала женщина. Yeah. Надо замораживающую хрень поставить. Как вы думаете? Манна? Монопот? Так, где поставить замораживающую хрень? О, блин, как-то ее криво. Здесь в нужном месте не поставить. Смотрите, видите, на рельсы. Так, ладно, придется. Прости, шипы, ты была мне. Вы мне были дороги, как память. Какая умная и красивая. Умная и красивая, ничего себе. Скромная, главное. Скромняшка. Так. Заморозочку. А вот здесь вот можно ставить нормальные шипы, да? О, здесь сейчас мы шипов начали. Хотя не очень нормально, ладно, вот так. Да сколько, блин, уж денег. Денег больше не надо, задолбали. А вот здесь тоже еще. Нет. Нет, давайте будем последовательно. Так, все. Пускаем орду! За орду! Мочи! Крушай зеленых! Боюсь показаться неполиткорректным, но мочи зеленых! Так, ты этого тоже начал. Блин, он пытался ударить женщину. Он ударил женщину, скажу больше. Какой нехороший дядя.
Он не читал Пушкина, где дядя был самых честных правил, а здесь они какие-то... Блин, телега тут какая-то ездит. Телега, лучше помоги. Давайте влюбим здесь, да, блин, влюбил не того, маленькую бесполезную фигню. Женщины, они такие, сначала влюбят кого-то, а потом думают, блин, это же маленькая бесполезная фигня. И пошли дальше. Давайте этого троллить, смотрите. Оп! Люби меня, люби. Давайте. Оп! Протолкну. О, моя любовь. Как ты погибла. Так, блин, денег до черта. Наверное, разработчики игры рассчитывали, что мы эти деньги потратим. Последняя группа! Так, не туда побежали. Нормально. Блин, вот этих штук надо мочить, они плохие. Сейчас, думаю, надо назад развернуться. Тут есть что-нибудь? А, тут пока ничего нет. Оу. Изи. Телега, давай! Вот телега, по-моему, полезнее всех наших ловушек. Так, они побежали с в череп. Так, все, разворачиваемся. Маленький... Ой-ой-ой-ой, я лошарик. Я пропустил маленькую штуку. Блин, ну маленькая штука оказалась коварной. Блин, влюбил, а он уже гупнулся. Не влюбляйте в себя гупов. Это нерационально. Да, блин, у тебя маны нет, ни черта, дура. А, еще маленькая херня пробежала. Блин, я нубарь. Да, блин, как тебе умудряется косить? Да, блин, плохо я танцевал. Лол, два черепа. Напольная ловушка. Эх, напольная ловушка, ты не служишь мне утешением. Да чё ты мне какую-то фигню говоришь? Отстань, продолжить. Во. Порталы растут как грибы. Тем лучше. Чем больше порталов, тем мы сильнее. Вместе мы сокрушим орков. А потом что? Ну, поженимся и нарожаем целую армию малышей боевых магов? Скорее я вырву сердце у тебя из груди. Кто б сомневался. Стандарт. Это она... Скажу вам по секрету, это она просто так пытается на него нагнать. На самом деле она уже в него влюблена. И это в любом случае. По сюжету-то. Так, чё, у нас здесь есть какой-то недопортал. Откуда, куда из него бегут? Блин, портал. Алёша. Ты куда рожаешь-то? Некачественный портал. Вайп. Проснись. Пацаны, он меня троллит. Ладно, давайте к этому пойдем. Так, ну всех, всех сюда. О, по рельсам бежите, пацаны. Ну, давайте, давайте, что же вы. Не стесняйтесь. Так, поливалка. Давайте так, замораживалка так сразу. Не знаю, зачем, правда. Так. Я столько хочу им показать. Настенная фиговина здесь не настенится. Мне вот кажется, что они ни черта не побегут по хорошей дороге, а побегут как-нибудь здесь, козлы. Знаю я этих орков. Так, 4. А, о! Катапульты, что ли, поставить? Да это фигня. А, я понял. Я, короче, их буду поставить, отбрасывать назад. Хотя, нафиг это на... Туда пусть летят. Да не, нафиг лучше четверок понаставить и все, не утянуть. Напольная ловушка, я все понимаю. Конечно. Все. Хотя, давайте продадим эту катапульту бесполезную. Где ты катапульта? Все, и шипы. Шипы самое то. Ну и надеюсь, телега нас не... Блин, а тут целый... Целый еще такой коридорчик. Ладно, давайте сюда этот не просто. Будем надеяться, что телега нас не подведет. Так, ворота, ворота, вы мне пока не нужны. Ой, чую, в этом раунде меня орки... Я абсолютно готова. Накорчат. О, ничего себе! Женщина, не стани! Урок
закончен. Урок окончен. Ага, тебя тут нашпиговали арбалетами. Ой, болтами точнее. Комбо X3. Комбо Брейкер. Блин, влюбил лед. Зачем мне нужен влюбленный лед? Поливаем кислотой. Всех фигачим Борисом Бурдой. Бурда, я не знаю. Открывается новый портал, ёшкин кот, ну вы, конечно, молодцы. И сейчас мне покажут, откуда из него идут, да? Или не покажете даже. Блин, и чё я вам рожу здесь, что ли, ловушку? Ой-ой-ой-ой-ой. Хватит тонать уже. Готовится к съемкам в порнофильме, блин. О, не бейте женщину! Нет! Вот, блин, Нубас не выбрал этот хилялку пассивную, вот теперь. Ой, ничего себе. Фу, блин, тут родить можно. Коллекционировать орудие быть можно бесконечно. Приходите, поиграем. А что ты не можешь поставить, слабая женщина? А, не туда! No. Телега! Телега, давай! Вот телега никогда не падает. Так, они там плодятся и размножаются. Пацаны, бежим! Орк, маздай! Влюби меня, люби! Блин, меня не хватает на все точки. А! Я косой! Сдохни ты! Иди сюда! А! Нет, нет! Блин, ну маленькая херня опять. Блин, вот маленькие херни не люблю. Они уже почти здесь! А блин, я вижу! Где вы только? Ворота! Блин, здесь что ли ворота? Сколько ворот? Ну согласен, я аж весь вспотел, блин. Безногий орк, душераздирающее зрелище. Согласен. Так, давайте вот так вот просто, вот так надо ставить. Вот все прё делают вот так вот. А это вот к чертям. Душераздирающее зрелище. Так, ну на телегу мы надеемся, да? Делаем ставку на телегу. Обожаю бурлящую кислоту. Ничего себе, ты какая кровожадная женщина, я не знал, что ты такая кровожадная. Так, все. Че, мы туда в дырку упадем? А че ты трехлечил, да? Я не понял, короче, но я что-то переключил. Надеюсь, они будут ездить, потому что я и так кое-как не гуфуюсь, блин. Ладно, поставлю здесь еще одну штуку и типа будем считать, что здесь обезопасено, обеззаражено. Малыши. Так, надо траекторию бега понять. Они здесь рождаются и бегут к воротам. И эти бегут к воротам, и ворота здесь, и все. А, вот ворота одни. И ворота здесь. Отлично. Добро пожаловать в мое логово. Блин, они все с другой стороны пошли дождаться. Зеленая фигня. Люби меня, люби. Давай, сражайся с орками, зеленая штука. Да сдохну уже. Отправься к гупу. Лучники. Так, теперь все сюда. Свистать всех наверх! О, по зеленой фигне даже такой косой, как я, не промахнется. Нормально, пока не зеленой фигней дрались, вагонетка по ним проехала. Люби меня, люби. Маневрируем стратегически. Там кто-то пробежал! Зеленая! А, нормально, разорвало.
Ты чё тут бегаешь? Фух, следующая группа. Группа. Нет. Так. Без паники. Идеально. Потанцуем. Давай потанцуем. Я правда не умею. О, телега. Телега не подвела, как обычно. Давай, ломаем лица. Да что ты все, блин, какой-то долгая... Однолюб. Орк-однолюб. Ты когда-нибудь встречали орка-однолюба? Я встречал. Телега. Нате. Ладно, все, забей, пацан, тебя и так убьют. Прости, конечно, но ты обречен. Так, давайте выдолбим. И заодно. Да, давай, гупани. Выбора. Прости, блин, да. До следующей группы вы издеваетесь. Я тут уже весь четвертую футболку сменил, так пропотел. Я абсолютно готова. Ничего себе, я вот не готов. Они одновременно идут. Вы хотели сказать хо? Так, 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 лучники, идите к чертям. Но. Там один пробежал. Нет, нет. Защищаем ворота. Где ты? А где пробежавший? Не бухнулся, что ли? Блин, пробежавший меня затроллил. Зеленая фигня. Элементаль земли. Ой, ты что-то какой-то непрочный был элементаль, слышь, я тебя больше не люблю. Черепашка. Черепашка-ниндзя. Он прорыв, парни. Зеленая фигня. Блин, я всегда смеялся над корейскими прогеймерами, которые играют с открытым ртом. Теперь я понял, почему это происходит. От перенапряжения. Уф, блин. Мы живы. Так. Не отвлекаемся. Конечно, я хочу еще ловушек. Какая-то ненасытная. Я всегда хотел, чтобы они шли через один коридор, потому что это так клево. Шпигуешь этот коридор ловушками и чувствуешь себя чемпионом. Но нет, жизнь не так проста, как нам бы с вами, уважаемые зрители, хотелось бы. Так, учу можно на ступеньки прям поставить? Ничего себе. Так, откуда попрете в первую очередь, признавайтесь, орки? Орки, позорно. Ой, хуй. Нет, они отсюда пошли, не угадал. Мисклик. Так, ладно, все, вы уже буквы. Но. Просто. Как нож сквозь масло. То следующий. Ой, лучники, не люблю лучников. Они заставляют меня стонать. Так, ух ты, там наплодилось целый. О, они меня немножечко понасиловали. Так, все, вроде я жив. Блин. Ладно, будем надеяться, что здесь все само разберется. Рассосется. Блин, где враги? Че, опять не полный череп? Блин, я какой-то не сильный. Стражник, гном. Стражник? Не побоюсь этого слова, гном. Фух, эта игра. Качать ловушки? Да впадло. Че там есть? Чё, можно типа их улучшить?
ставить дальше. Нормально. А где гном? А, я могу свое обычное оружие. Я же стреляю как сумасшедший. О! Отталкивает! Вот это... А почему недоступно? Ух ты, пацаны! Вот это началась настоящая игра. Зачем я потратил 8 черепов на какую-то фигню? Не хватайте зелья сразу. Берите. Я вообще их не беру. Я думал, порталы умеют открывать только старые маги. Типа тебя, да? Это ты на что намекаешь? Вы последние боевые маги, а ты... Ну, гораздо старше меня. Ага. Нет, конечно, ты не старуха, ты вообще прекрасно выглядишь. Да? Продолжай. Да я все сказал. Я, теперь у меня только этот посох. А вот, этот посох тоже есть. Так, значит... Не-не-не-не-не-не-не. Так вот. Значит, два посоха у нас есть. Хилялку давайте тоже на всякий случай возьмем, пригодится. Воды напиться. Так, что у нас есть? Они идут только по этому помещению, пока. Значит, раз они идут по узкой дороге, значит, ставим... Во! Молодцы. А они, интересно, будут долбать эти штуки? Получается, они эти штуки не будут долбать. Да тут я развернусь в полную силу. Да чё, идите, ты запарила. Смени пластинку, женщина. Блин, все, денег нет больше. Нет больше денег. Все, г. Туру-ду-туру-ду-туру-ду-ду-ду. Люби. Надо постараться больше времени проводить с закрытым ртом. Не в смысле молчать, а в смысле не устраивать вентиляцию. Орки тоже не моногамны. Только что любил меня, а уже. У меня сейчас был только что знаменитый гексакил. Это почти как пентакил, только шестерых. Там, я целый стак в себя влюбил. Групповуху какую-то устроил. Да лол. Открывается новый портал. Блин, вы бы сразу сказали. Как будто я не знал. Будем откровенны. Не знаю насчет всем или кому-то, может быть. Ой-ой-ой. Блин, ну вы все запор... Ну вообще молодцы. Ну бомбочки, конечно, дали. Ой-ой, я никуда не попал. Вы куда бежите, лошары? Я вам в другом месте приготовил подарок. Блин. Я старался для них. Ничего себе вас тут. О, блин, ничего себе, меня гуфанули. Да ничего себе вы даете. Блин, они нечестные какие-то. Не, все, надо заново начать и осмотреть местность. Повторить. Официант. Я купил только посох, чтобы сталкивать всех в дырке, а дырок нет. Ну, в смысле, там он прикольный такой. Фью, отталкивает. Я думал, порталы умеют открывать только старые маги. Типа тебя, тролль. Да? Это ты на что намекаешь? Тролль. Вы последние боевые маги, а ты... Ну, гораздо старше меня. Ага. Нет, конечно, ты не старуха, ты вообще прекрасно выглядишь. Да? Продолжай. Да я все сказал. Ничего себе, какой мужик прямо. Опасный. Так, что-то черт знает, что делать, пацаны. Это бомба, да, типа? Она может всех массово гуфануть.
Они бегут сюда. А потом еще сюда и сюда. Хм. Все, запороли, гады. Так, ну ладно, давайте. 4. Мне было бы жаль орков, если бы у меня были чувства. Мне было бы жаль орков, если бы у меня были чувства. А, потом эти козлы все взорвут, и типа будет все бесполезно. Все тщетно. Так, ладно. Потом наставим, короче, как портал откроется. Я готов. Сейчас мы так победим, а вот потом надо массу ловушек нас. Хотя, что мне делать? Блин? Потом надо будет... Ой, опять не попал. Потом надо будет стрелять, а не ловушки ставить. Тащим, тащим, тащим. Мне не нужно отдыхать. Так. Отлично подойдет. Приходи тут играть. А! Да ладно, блин! Чё-то я подумал, они только баррикады взрывают. Лол. Вот это стой, они взяли меня, гуфанули. Нет. Где все бойцы? Вот, и, вот вам и баррикады взрывают. Блин, сейчас эти меня тоже взорвут, походу. Сдохнет уже, не бац. Нет! Отменить буховство. Блин, ничего себе, бомбари меня, конечно, бомбанули. Зато баррикады живы. Зачем ловушки, спросите вы? Блин, денег нет. Я бомж. Я оказался бомжом. Да не мародерствуйте. Блин, там пацаны, прорыв. Где он? Не туда бегу. Нет, орки, отстаньте от меня. Блин, да я жив кое-как сам. Тащи. Блин, ну они портал весь распечатали. Нет, 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 нет. Так. Я вижу. О, блин, сейчас этот меня разлюбит. Дайте хилку, хилку. Фу, блин, похиляйте меня кто-нибудь. Без пони. А, 6-7. Да лол, я, кажется, хиляюсь вообще нормально, как мужик. Да я не люблю боль, но блин, тут... оказывается, я хиляться умел нормально, а я это не юзал ни черта. Где враги вообще? Они в восточном зале. Я, кажется, мог нормально по-человечески хиляться. Вы где враги? Товарищи враги. Да лол. Ну там какая-то херня опять пробежала. Да что-то я бегаю тут сюда. О, я нашел врагов. И вот бывшие друзья накинулись на своего соратника. Блин, да сдохну тоже. Фуф. Так. Ну нельзя сказать, что мы достойно справились. Но зато я узнал, что могу себя качественно хилять. Это дорогого стоит. Так. Подходите сюда, дети. Ну, сейчас бомбари придут, небось, и все разбомбят. Так, здесь надо
Как-то да, вот здесь. А, у меня же гном-страж был. А где мой гном-страж? А чё же, блин, книжку не вызвать? Блин, я маленького стража не заюзал. ТТшечка, ну ладно. Походу придется перепроходить уже с гномом-стражем. В наше время без гномов-стражей, сами понимаете. О! Блин, да... Где враги? Ой, я тебя потерял, нормально. Вот валите всегда через один коридор, я буду вообще рад, пацаны. Я этот коридор так задефаю, что он мало не покажет. Ну, они тут не послушаны, вот. Бомбобрейкер. Да ничего себе выдаёте. У-ху! Да где здесь-то? Бежим, бежим! Простили, мета... Ой, блин, там еще входят! Защищай меня, элементаль. Да лол, ты... Нет! Да блин! Фу, да ёшкин кот, ну что ж вы такие суровые? Зачем я их здесь наставил, я не знаю. Надеюсь, пригодится. Ну вот, мы начинаем. Блин, мачо. Слева, хорошо. А если я лево справа не отвечаю? Да ладно, я тут столько шипов наставил, то хоть лево, хоть вправо, плевать. Зеленая фигня. Блин, а вот эту-то я не влюбил. Срежем. Срежем огородами. Да блин. Я глазунов какой-то получается. О, так слева все удобно, наверное. Ну ты можешь уже сдохнешь, нет? Человеком уже. Так, 4. О, череп халявный. О, хрень она сказала. Они в восточном зале. Столько красивых трупов подряд. Ничего себе. Такую мне устроили тренировку. Я снова для ума. Так, еще одна хрень. Блин, одна хрень просочилась. Не хочу вас огорчать, но мне кажется, что я вообще за фигню черепов не получу.
Да блин, они там чё? Ты чё бежишь-то? По шипам, помедленнее. Представь, что ты занимаешься йогой. Да ты задолбал. Блин, он попал по нему, лол. Не, походу без гномов защитников не проходит. Да сдохни. Да, они уже все пробежали, сколько можно. Это еще не все. Я тоже думаю, это еще не все, потому что, блин. Так, надо что-то поставить сильное. Где они бегают со мной? Здесь много кто бегает. Короче, надо фигачить эти. Фигачить эти штуки. Стильная и смертельно опасная. Стильная и смертельно опасная. Это то, что нам надо. Главное, что стильная. Остальное это уже так. Фигня. Сами понимаете. Я буду повторять. Ой! Да блин, я на семерку не попал. О, блин. О, похилялся, смотрите. Неплохо. Блин, музыка еще такая. Так, там один есть какой-то неокученный. Не, надо этот раунд заново пройти с, этот, с новыми защитниками. Главное, чтобы их бомбы защитники не взорвали. Ладно, ты и так сдохнешь. Они справа. Не справа, да ладно, блин. А, что-то я запутался в этом мире. Куда я бегу вообще? Маны нет, но мана. Да блин, там уже проникает существо, я даже не успеваю. Блин, ну я не успею туда уже. Сейчас бомбари такие. А, чё я стою на месте-то? О. Мне надо было бомбочку заезжать. Больше смертей, больше. Больше, согласен. Я тоже за радикальные меры. Кто там? Ах ты маленькая фигня. Даже чуть гуфу не отправили тебя. А ты довольна. Да блин, и вас здесь. Склонитесь предо мной. Да, склонитесь, пацаны. Да блин. Здесь фигня. Ну я бы не стал на твоем месте женщина так называть, учитывая, как мы сыграли.
Один череп. Достойный, достойный парень. Хватит. А, хотя ладно, ESL вроде, да-да, оставим. Да, надо тащить. Надо пройти эту миссию. Давайте, короче. Давайте пройдем эту миссию, но с гномами. Вообще, я хочу в тиме с кем-то сыграть. Для этого надо ставить Steam, покупать эту игру. Я думал, порталы умеют открывать только старые маги. Типа тебя, да? Это ты на что намекаешь? Мы последние боевые маги, а ты... Ну, гораздо старше меня. Ага. Нет, конечно, ты не старуха, ты вообще прекрасно выглядишь. Да? Продолжай. Да я все сказал. А где золотишко? Ты точно бомбами кидаешь? Ой, продал случайно. Мужик, ты точно бомбами кидаешься с молотком-то со своим? А, да, он. Чем-то кидается, видимо. Да, и надо семерку поближе, конечно, переставить. Если кликать на семерку, в файте не самое интересное мероприятие. Смотри, какая у меня попка, а? Так, все, все. Блин, его даже попка не соблазняет. Еще не закончили. А, нет, гном, я думал, гном гуф. Кажется, нет. Ты гном сдох, что ли? Эй, гном, гном. Ты был хорошим другом. Да ладно. Не ломайте препятствия, орки, чертовы. Это было увлекательно. Согласен, интересненько. Так, гном, ты где? Смотрите, было два гнома, осталось два гуфа. Безногий орк, душераздирающее зрелище. Ну, долба, одну душу, короче. Пока тут только без ноги гном, к сожалению. Опа. Хватит с глушом фигачить. Да, ну это фигня. О, изи.
Все, мы даже ящики живы. Так, и гномы переродились. Так, поставим-ка в каждом проходе по штуке, которая еще и замедляет. По штуке это, конечно, тихо сказано. Так, по две штуки. И здесь. Так, давайте сделаем где-нибудь отряд. А, блин, не хватает денег на отряд. Я хотел побольше гномов, чтобы, типа, вообще не париться в этом месте за оборону. Но если их по чуть-чуть распылять, то... Да гнома не трогать, попрошу. Тоже. Я тоже не скучал. О! Блин, я не успел. А, у меня не было КД. Плохо, когда у тебя хил на КД. Подумал Сарака. Это отстой. Теперь я черепов не дополучу, несмотря на свой высочайший скилл. Так, ну что там с топором? Палка, копалка. Он все сдох уже, что ли? Драматическом удовольствии от того, что элементаля зачаровала. И там мужик! Куда я бегу? Да лол. Они уже почти здесь, как подскажет мужик. Блин. Это доказательство моего превосходства. Да какого превосходства? Пока мы сосем, откровенно говоря. Наплодил гномов. О! Если так пойдет и дальше, у них закончатся орки. Нет, если так пойдет дальше, у нас закончатся жизни. Да блин, стреляли его. Так, ладно, я что-то законтролился. Да лол. Слишком маневренный. Все нормально. Маленьких педиков победили. Ой, там комбо я срываю. Смотрите. Гномы-то раздают. Еще хочу
ты, нормально. Ну чё, гномики? Я надежный, сказал гном. Ну ладно. Надежный, значит надежный. И это хорошо. Чистые и острые. Чистые и острые? Это ты о чем? Я абсолютно. Ой-ой-ой, я не готов к таким пацанам. Прошу ой. Вас, встаньте вон. Интересно, а если бомбочку влюбить, то она пойдет врагов взрывать? Да, кстати, будет воспользоваться этой штукой. Пойдет. О, пента. Так, реально говоря, можно было получше его смотреть. Ой, там что-то кто-то бежит. Кто это? Да кто ты такой, животное? Ты где вообще? Не, обычно нет. Не, на меня гномы бомбометы, конечно. Отбомбили всех, смотрите. Гномы мои. Вот они, гномы. Мои мечты. Так, ладно, здесь что? Так, 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 бежим, блин. Так, кто там пытается пройти? Где враги? Они уже почти здесь. Да, я вижу. Где вы? Они уже почти где? А, маленький. Не все. Да, я вижу, что это еще не все. А жаль. Так, гномика разбомбили. Приступаем. Последний герой. Не свой, не чудой, блин, там маленький. Гоменьки пробегают, пробежали. Причем много маленьких гоменьков. Да, гномы с бомбами это то, что надо, я так понял. Так, а этим, я так понял, пофиг, они не ищут выход через дверь. Ну ладно, нормально. Ну тоже пойдет. Не очень, конечно. Но бывает и хуже.